Антон, добрый день. 26-я международная туристическая выставка MITT проходит в Москве. В ней принимает участие 1800 компаний из 54 стран мира, а также 52 региона России. Среди них, конечно же, есть и Алтайский край. Наш регион принимает участие в MITT уже в 6-й раз и является стратегическим партнером выставки. Также стоит отметить, что сегодняшний день – это день Алтайского края, где наш регион представит основные направления туризма в регионе. Среди них это, конечно же, гостиничное дело. Приехали также туроператоры и представители науки. Ну и также стоит добавить, что все подробности выставки мы расскажем в следующих выпусках новостей.